Ставрополье будет расширять экономическое сотрудничество с Саудовской Аравией. За прошлый год товарооборот между регионом и ближневосточной страной составил более 100 миллионов долларов. Об этом губернатор Владимир Владимиров говорил на рабочей встрече с чрезвычайным и полномочным послом Саудовской Аравии в России Абдулрахманом Сулайманом Аль-Алахмедом. Ставрополье экспортирует в королевство мясо птицы и баранины, растительное масло и фармацевтическую продукцию. По словам Владимирова, край готов нарастить объемы поставок по этим позициям, а также наладить экспорт кондитерских изделий, минеральной воды и безалкогольных напитков. Также стороны обсудили возможности строительства бизнесом Саудовской Аравии на территории Кавказских минеральных вод, санаторно-курортных и гостиничных комплексов. В станице Ессентукской благоустроили парк общей площадью 50 тысяч квадратных метров. Там обустроили пешеходные дорожки, оборудовали игровые и спортивные площадки, установили скамейки и малые архитектурные формы, сообщили в региональном Миндоре. Также на территории пространства обустроили освещение и выполнили озеленительные работы. Благоустройство парка провели по нацпроекту «Жилье и городская среда». В поселке Темишбекском капитально отремонтировали участок дороги на улице Кооперативной. На полукилометровом отрезке обновили покрытие проезжей части, укрепили обочины и нанесли разметку, сообщили в региональном Миндоре. Работы провели по краевой госпрограмме развития транспортной системы. В станице Барсуковской обустроили детскую площадку. Там постелили специальное резиновое покрытие, оборудовали освещение, установили ограждения, горки и качели, сообщили в региональном Минфине. Также обустроили зону ожидания для родителей. Работы провели по губернаторской программе поддержки местных инициатив.